Здравия желаю, товарищ полковник. Вольно, ребята. Отлично отработали, спасибо. Спасибо, товарищ полковник. Ну, мы, считай, только дожигали после вас. Нечего скромничать. Дожигали они. От имени командования объявляю вам благодарность. Служим оском. Орлы! Ну, разоблачайтесь и домой отдыхать. Так точно. Спасибо. Интересно, сколько мы сейчас схватили? Сколько не есть, все наше. Не парься. Нам за вредность все равно доп-паёк положен. На выходе в туннель уколют. Да я и не парюсь. Я просто думаю, может не колоть сейчас, а так забрать. Можно было бы потом по стаканчику пропустить. Новый год ведь. А завтра кишки выблевывать от лучевой и думать на бадун. Ну его нахрен. Это точно. Только выпить все равно охота. А мы и выпьем. У меня в заначке пара ампул осталось. Все равно один раз живем. Вот это разговор. How does the green stuff taste? Товарищ полковник, скидывайте химзу и огнемет. Это все дезактивировать надо будет. А вам на пропускном перед туннелем зеленки вколют. Я сейчас свяжусь. Вы там минимум недельную дозу получили. Хорошо. Спасибо. Держи. Счастливого пути, товарищ полковник. Садитесь, товарищ полковник. Спасибо. Давайте с нами, ребята. До проспекта подбросим. Спасибо, товарищ полковник, но за нами сейчас развозка подойдет. Там места больше. Ну тогда счастливо. Двигаем, Петрович. Так точно. Основное я сделал. Червяков выжгли. Ребята еще дочистят, а я домой. Новый год на носу. Понял, Слав. Кто тебя еще так поймет, как другой отец-одиночка? Ну, тебе-то легче. Твой уже капитан говорит. Сереге мои поздравления, кстати. Сам и поздравишь. 2 числа празднуем по семейному. Сейчас заскочи ко мне. Вас понял, конец связи. Конец связи. Товарищ полковник, давайте вам зеленку вколем. Не возражаю. Петрович, давай руку. Тебе тоже положено. Нет, я лучше сам, дома, своим шприцем. Ну, как знаешь, держи. Благодарю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Красный проспект. Петрович, внучки что, хуже? Да нет, слава богу. Но детской нормы зеленки ей все равно не хватает. Хоть и на проспект перебрались. Вот я что могу и откладываю. Вдруг обострение. Ну, в общем, жить можно и ладно. Ты мне лучше скажи, повыжгли дрянь-то? Повыжгли, Петрович. Это хорошо. Только она все равно каждый раз только гуще разрастается. Видишь, не справляются насосы. Тоже согнили. И
так 20 лет отпахали при такой-то эксплуатации. А тут еще дрянь эта. Фильтры забиваются, прокладки распадаются, железо ржавеет. Скоро вся система откачки сдохнет. И будем тут на лодках рассекать. Гондольером заделаешься. А я и спеть могу. Лучше не надо. Твоим пением пытать хорошо. Спасибо, что подбросил, Петрович. С наступающим. Взаимно. Я тогда тут пока поковыряюсь, а после елки мы с внучкой ждем вас с Кирюхой в гости, как обычно. Обязательно. That was a blurry chalkboard. Took it a good while. Actually, that's not a chalkboard. It's just paper, I think. Oh no, it's blurry again. Товарищ полковник. Happy New Year celebration announcement. Perfect place to sleep. Товарищ полковник. Товарищ полковник, проходите, пожалуйста. Генерал вас ждет. In just a second. Оправдание ваше ставьте при себе, капитан. Если проявили инициативу, так готовьтесь нести ответственность. Здесь вам не на гражданке. Можете идти. Есть! О, Слава, я тебя уже заждался. Проходи. Располагайся. Пока ты с ребятами на шашлыки ездил, тут кое-что новое нарисовалось. Взгляни на карты. Радиационная обстановка? Да, сталкеры из центра спутниковой связи вынесли. И теперь надо перевернуть там все и найти самые свежие. По всей стране. Без карт непонятно, куда ехать. Возьми это дело на личный контроль и секретность обеспечь, понимаешь? Куда ехать, Толь? Скажи прямо, готовится эвакуация? Хорошо, но учти, только между нами. Да. Тянуть больше нельзя, зеленки не осталось. Придется изъять у населения излишки, так что все пока совершенно секретно. А к чему секретность? Хорошие ведь новости. На такое дело народ зеленку и так бы отдал. Не мое решение, Слав. Но хорошие новости иногда и вправду лучше приберечь. Понял. Спасибо, что рассказал. Только между нами. Ты меня знаешь. Ну, с наступающим. Погоди. Побегу я. Как герою борьбы с гнилью и отцу-одиночки, тебе новогодний подарок от командования полагается. В размере месячного пайка на двоих. Держи. Спасибо. Но не задерживаю. Или еще побудешь? У меня и чай есть. Ах, да ты просто змей-искуситель сегодня, как я погляжу. Как там у Сереги дела? Доволен, конечно. Подумать, мой сын, капитан целый, веришь? Не помогал вообще. Верю, конечно. А то я тебя не знаю. Я так считаю, пусть сам добивается. Это характер закаляет. И работает же. Он в детстве мягковат был. В Катю. А сейчас кремень. Ты с ним всегда тверд был. Суров даже. У меня так не получается. Я тебя со стороны вижу. Ты с Кириллом ровно себя держишь. По-мужски, как надо. И он мужиком растет, боец. Оскомовец.
Он всего Оскомовского большой фанат. Мы для него что те супергерои. Даже страшно временами. А мы и есть герои. Спасаем, кого можем и как можем. И все ради них, ради детей. Чего ж пугаться? Он многого еще не поймет. Многое идеализирует. Для него мы рыцари без страха и упрека. Сам знаешь, в жизни оно сложнее все. Всякое приходится делать. Потом смотришь ему в глаза и думаешь. А понял бы, если бы я ему рассказал. А его все это еще ждет. Кирилл мужик, он поймет. Настоящий герой слав – это не тот, кто в сияющих доспехах и красивой позе. Герой тот, кто делает то, что нужно сделать. И запачкаться приходится, и кровь проливать. А он все равно делает, потому что так надо. Мужик он потому и мужик, что это понимает. Наверное. Но тут и до цель оправдывает средства недалеко. Ой, да брось. Все это слюнтяйство. Ах, цель оправдывает средства. Так нельзя говорить. Это же плохо. Ай-яй-яй. Нам Марья Ивановна на философском так сказала. А я отвечаю, да, оправдывает. А как иначе дела, по-вашему, делаются? Чем-то жертвуешь, что-то получаешь. Разве бывает по-другому вообще? Всегда оправдывает. Ну ладно, подловил, не всегда. Так дела и делаются, ты прав. Но я думаю, это всегда вопрос честности на самом деле. Оправдывает или нет? Самим собой честности в первую очередь. Это ты тонко завернул, философски. Признавайся, у Марьи Ивановны тоже курс слушал. Ладно, пойду я уже, задержался. Да, давай, Слав. А то Новый год, а я тебя к сыну не пускаю. Кириллу привет. С наступающим. I don't like them. Речь закончу. Не люблю на публику работать, но тут никуда не денешься, праздник. Дорогие жители Красного проспекта... Товарищ полковник! Здравия желаю, товарищ полковник, с наступающим! С наступающим! В наряде сегодня? Не повезло. Ну, могло бы быть и хуже. Склад Зеленки охранять, по крайней мере, работа не пыльная. Будем надеяться, что никто на Новый год не планирует ограбление века. Это точно. Ну, спокойной смены. Спасибо, товарищ полковник. Наливай, а то не успеем. Да куда не успеем, Гриша? До Нового года еще времени. А ты уже все успел. Не-не-не, Гриша прав. Мы же еще не пили за это, как его, за дружбу. А, ну это святое. Значит, тогда это... Так выпьем же за то, что в следующем году все было как в этом году, только лучше. О. Хорошо пошло! Хорошо. Ух, ничего себе! О, Оском! Наш доблестный защитник! За это надо выпить! Извините, не могу. Я при исполнении. Отдыхайте, граждане. Зря, зря. Ну ничего, в следующий раз. С наступающим. А за Новый год мы пили? Так в самом начале? За такое не грех еще раз. Ты посмотри на себя, гад! Ну, Тань, ну не это!
Это Новый год, да? Это так ты о детях заботишься? Нам тут жрать нечего, а ты? Ну, Тань, ну зачем ты? Я зачем? Ты посмотри, посмотри, в чем твой сын ходит, посмотри, в чем я хожу. Дома жрать нечего, нечего, ты понимаешь? Я всем должна, стыдно соседям в глаза смотреть, а ты хоть думаешь о нас, хоть понимаешь все это ничтожество, все, что дали, все пропил. Да там дали всего ничего, они жмутся сейчас. Ну, Тань, ну это же, ну Новый год же. Дрянник, тряпка, слизняк, зачем я только с тобой связалась? Ну, Тань, ну это, ну не надо, ну зачем ты так, Тань? О, товарищ полковник, здрав желал. Hi, I shouldn't be here, I'm sorry, this is very awkward. What do you do? Прекращайте пить. Yeah, that'd be a good start. Старший полковник, сегодня больше ни-ни. You can see the weight on it shift when they put the beer bottle back down. That's attention to detail. Anyway, you're a piece of shit. Go fuck yourself. Товарищ полковник, здравия желаю. Тут столько народу набилось, что не пройти. Вы лучше через ресторан поднимитесь. Сразу на галерею попадете. Спасибо. С наступающим. И вас также, товарищ полковник. Начальство. Понял. I am the brass, aren't I? А вот, кстати, давно я что-то Сашку не видел с третьей роты. Помните? С ушами такими. Анекдоты еще всегда рассказывал бородатые. С ним случилось чего? Ну, можно и так сказать. Наверх его перевели. Работы охранять. Это что за работы? Склад, что ли, новый? Не, ну эти, на путях. Каких? Блин, ну эти, которые секретные. А-а-а. Ну, так бы сразу и сказал. Не разглашать, военная тайна. Враг не спит, понял? И даже еще хуже, Родина слышит. С наступающим, Вячеслав Михайлович. С наступающим, Миш. Налить вам? Сегодня первое за счет заведения. Щедро, но нет, спасибо. Ну, как хотите. Уложите сына, заходите, если передумаете. Мы сегодня до утра открыты. Спасибо, может быть. Вот смотри, выберемся мы отсюда однажды, так? Не вечно же под землей сидеть, как кротам. Ого, товарищ полковник, давайте с нами за Новый год. Здравия желаю, товарищ полковник. Присоединяйтесь. Нет, ребята, мне к сыну пора. Отдыхайте. С наступающим. Спасибо. Спасибо. И вас с наступающим. С наступающим, товарищ полковник. Так красивый. Накинь что-то побыстрее, идем. Ну, 5 минут еще. Да уже час твои 5 минут. Скорее давай, опоздаем ведь. Ну сколько можно, Лида? Скорее! Are they getting dressed or something? До сих пор не оделась, что ли?
Oh yeah, they are. Ну, 5 минут ещё. Я уже выхожу. А ты как думаешь? Да ты битый час уже собираешься. Скорей давай, опоздаем. If I wait 5 minutes, do you think they're actually going to come out? Whoa. Папа, как я тебя напугал? Не ожидал засады? Отличная маскировка, рядовой. А теперь доложите обстановку. Ой, товарищ полковник, задание по украшению станции почти выполнено. Осталось последнюю лампочку вкрутить. Вольно. Давай я помогу. С наступающим, пап. Я думал, ты не успеешь. На мой день рождения и на мамину годовщину опоздал. Прости. Я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Ну, включай. Задание выполнено. Отлично, рядовой. Спасибо. Папа, у меня для тебя подарок. Мне дядя Миша помог собрать. О, спасибо, сын. Кстати, о дяде Мише. После официальной части личному составу надлежит вымыть уши и явиться в расположение Михаила Петровича. Форма одежды парадная. Ура! Есть вымыть уши и форма одежды парадная, товарищ полковник. Ух, какую елку красивую сделали. Да, слушай. Дорогие жители Красного проспекта и гости с других станций. 2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он еще больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему. И они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1! С Новым годом! Ёптить! Ну, генератор, зараза, опять сдох! Кирилл, это Мельник. Проверка связи. Как слышишь? Прием. Слышу вас хорошо, полковник. Прием. Кирилл, я у торговых рядов. Где тут на Сибирскую проход? По лестнице вниз. Там штаб Оскома был. Еще там зеленку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Нашел. Спасибо, рядовой. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, наш общий долг – объединить усилия для блага всех жителей метро. Помните, перераспределение радиопротектора... Разрешите, товарищ генерал? Слав, не поясничай. И так точно. Что там на Сибирской вышло? Там закончили, вот изъято. Не густо получилось. Плохо, плохо дело. Пятно сплошное, километров 500 жарится. Да и потом неизвестно, сколько ехать. Твои ребята карт натащили, но чистых мест на них не видно. Были надежды на Байкал, но...
пока не нашли, там разгром полный. А насчет радиации, фильтры на что? Главное, от пыли защититься. Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зеленки никакие фильтры не помогут. А еще дети, ты и сам не один едешь, а с сыном, так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Ты кого же последними? Видишь, что на кону? Наши дети тоже, между прочим. О чем тут вообще говорить? Ха, не ожидал, Слав, не ожидал. О Кирюхе своем вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Ах, опять закурить тянет. Как ты будешь? Пожалуй, в другой раз. Ну, хозяин-барин. Давно хорошего курева не было. Ох, давно. Don't think I want to spend any more time with them. I really like what they're doing here, giving us different perspectives on something that we learned a bit about in the main game, you know, because we came to this area and we read some notes and heard a bit about what happened, but now we're experiencing it much more firsthand, both firsthand and also in the future, exploring around the OSCOM base a year in the future. Сотрудничество ваше высоко ценим. И как только новые запасы поступят, все вам вернется, да еще с процентом, как в бумаге сказано. С намеком таким, что бумага вот она, вот подписи, вот печати. Что еще тебе нужно? Ну а ты ему? Ну а что я? Ну да, все верно, товарищ генерал, спасибо, что приняли, что время уделили. Сами понимаете. Все, что в трудах нажито, волнуемся. Он до дверей проводил, руку пожал. С уважением, в общем. Размазня! Что я тебе говорила, чтоб на своем стоял? Этими бумажками лохи скоро будут стены обклеивать, помяни мое слово. Надо было настоящий документ требовать, чтоб расписка от генерала самого, дата, подпись... Ты же уважаемый человек, Яша! Как ты можешь такое терпеть? Да не было там другого варианта. Он сразу понять дал. Это же видно, как смотрит, как руку жмет. Если понятно, что нет, просить это только позориться. Это потому, Яша, что он видит, что ты слабак и прогнуться готов. А надо было на своем стоять. Так, ты сиди, теперь я пойду. Я с него все, что надо, получу. Вот увидишь. Должен в этой семье кто-то с яйцами быть. Не позорь меня. Все уже обсудили, все решено. Все-таки мама моя точно про тебя говорила. На... Товарищ полковник. Как обстановка, сержант? Шумят, товарищ полковник. Ясно. Главное без нервов. Не поддавайтесь на провокации. Есть. Нам тут что, неделю париться? Вы ну что же это делается? Товарищ полковник, ну хоть вы им скажите. Пожалуйста, товарищ полковник, скажите, что вы начинали выдачу. Товарищ полковник, сохраняйте спокойствие, все получат. Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязан реагировать. А он не открывает. Ясно. Идем. Ой, батюшки. This isn't gonna be good. Начальник, вижу, крепко этим
всего уже облапал. Только разобью сердечко твое чуткое. Не по этой я части. Заканчивай уже, сколько можно? Кончай выделываться. Промахнется. Товарищ полковник, сюда! Пили тогда, как раз тут рядышком. Помнишь? Конечно. О, Гриша молодой тогда с нами. Укушался. Домой несли. Помнишь? Да. И потеряли по дороге. Сами ж тоже нахрюкались. Мое почтение. Петрович, открой. Слава. Заходи. Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем вы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно... Иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну как же так можно? Я ведь зарплаты откладывал. Все, честно, знаю, заработал. Но порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашел. Только это немного. Разве излишки? Это для внучки. Понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Да, товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ полковник, у него точно еще есть. Надо. Хватит. Мы излишки изымаем, а не последние. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно посчитана, не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Ну, командир, ты сам посуди, где я тебе зеленку возьму? Вы у народа, считай, все изъяли, торговлю встала, а норма сдачи написана, как будто я тут магнат, процветаю. Вы меня тоже поймите, у меня написано. Написано, значит, лейтенант, вы да положим. На заводе тоже написано. This leadership is such garbage. Знаю, что проверили, но у нас предыдущая группа всю платформу заняла. Прошу подождать здесь, пока их отправят. Надо что-то делать. Вот ты вечно говоришь, что я зря ною, что все наладится. Что и сейчас наладится? А как же? Тяжело, конечно, но нужно же видеть и светлые стороны. Вот где? Где? Где ты тут видишь светлые стороны? Говорил я, что этот день настанет, что зеленка кончится. Хоть кто-то слушал? Нет, смеялись все. Ну, смейтесь. Ну, в прошлый раз, когда с зеленкой перебой был, ты тоже кричал, что мы все умрем. Было? Было. Эх, позапрошлый раз тоже панику разводил, и кругами бегал. А ты и 5 лет назад, помнишь? И каждый раз все решалось. Не нравится. Но был ошибался. Но я вкладывал часы, я прав. Ты чего не видишь, ребята? Видел? А то крыша протекла с грязной, небось. Или с депо. Думал, мы тут в зеленке купаемся, дебил. Ну как ты так можешь? Я еще и не так могу. Нечего к нам шваль всякую пускать. И снабжать еще. Самим не хватает. Откройте, Оском. Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Кирилл? Ха. Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым. И в оском я больше быть не хочу. Так, с этого места подробнее.
Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили. Зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много, и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет. Конечно, нет. Несправедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовал. Like, that's actually what's happening. We're just redistributing medicine from the people that have too much of it to the poor, the people that don't have it. Bullshit. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Готово. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да, я сам не видел, мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли... Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, защищаем людей, зачем им врать? Ого, ты повзрослел, рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь... сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком и поэтому может принимать решения. Иногда неприятные решения. Но так нужно. Командование думает обо всех, а гражданские только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю, но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного, но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься, но мне пора. Иди домой, пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник!
Сержант, проводите. Есть. Пошли, Кирилл. Ладно. Удачи, папа. Тебе тоже, сынок. Klebnikov has just bought all the bullshit from the general. Okay, well, I think this is a pretty good place to end the episode, so I hope you've enjoyed so far, and when I return, we're gonna... I don't know... shoot rioters, I guess?